Опа-па! Ребятчонки, всем привет, с вами Сереж Федораков, здравствуйте, канал Федораков Геймс. Всех приветствую, сегодня поиграем Back 4 Blood, так как у меня появилась новая приставочка. Приставочка, я думаю, вы видели, Xbox Series S взяли себе. Так, все, будем балдеть, кайфовать с хорошим татарским другом, который сейчас подключается. Погнали. Радомирио Огро. Здорово, поехали. Здорово, пацанва. Так, короче, все запущено, все настроено, я потрачено много времени. Вот, всем приятного просмотра, мы потихоньку начинаем. И шо, на Xbox пока непривычно вот такой геймпадик показываю. Вот. Ну что, Радомирио, что надо делать там? Куда надо идти? Надо принять приглас, если я уже 100 лет назад его кинул. Где он? Могу выслать еще раз, если он потерялся. Есть. Присоединиться. Попробуй. Присоединиться к игре, нажимаю. Я уже... Все очень красиво. И подизучил, как начать игру, так что поехали. Что-то мне так, надо удерживаться. Да, видимо, да. Back 4 Blood, Back 4 Blood, все у нас четко. Ты тут? Где ты? Да, не, у меня загрузка идет какая-то. И, видимо, я к тебе подрубаю сейчас. Yeah. Так. Я слышу какой-то разговор, типа, у тебя, ты понимаю. Ну, тут толпа людей вокруг меня. У меня типа загрузка идет некая. А разговор ты, возможно, слышишь. Не удалось подключиться. Время ожидания, соединение с игровым сервером, стекло. Попробовать подключиться снова. Давай, может, новый приглас, мало ли. А написано в вашем отряде, хрен его знает. Я не могу теперь кидать, потому что ты у меня. А я нажал только что нет. Попробуй еще раз кинь. Попробуй сам. Хорошо, а как это? Так, у меня должно уведомление. Короче, братва, вот сейчас вот это вот Xbox, а так, блядь, нихера непонятно после PlayStation. Так, принять на X. X это вот эта кнопка. Принимаю. Но графончик такой, хочу сказать, сладенький, хороший. 2К, наверное, здесь, я не знаю. Потому что на слимке я играл только Full HD. О, теперь вижу. О, брат, здорово, все, пацаны, будем весело. Я китайский? А ты переодеться успел? Я поменял персонажа, так нельзя переодеваться. Нафиг, слушай. Ну я ж не за... А, я вижу. А, так подожди, я вообще китайская подруга, там вон слева, снизу в углу. Ё-моё, да? Ты можешь нажать кнопку, где два окошка, под светящийся. Два окошка нажал. И там есть... Где-то там я нашел, короче, чистильщики. Там можно выбрать персонажа. Да, тут все надо пропускать, там оно чистит. А, во, все вижу. Так, нет. Так тут ты самого этого хорошего. Ну давай его, Эванджела возьмем. Блин, не, ну слушай, он такой. А этот Уокер. Ну я не темнокожий, так. Я не помню, где я его выбрал, но как-то я его выбрал, короче. Не, я вижу, тут Джим, вот этот парень. Надо нажать паузу, короче, и выбор персонажа, там кнопка прям есть. А, все, так я буду таким же, как ты, только стандартным. Нет, не получилось. Не-не-не, выйди оттуда и нажми паузу, так вот, на PlayStation кнопка старт. Пауза, старт, нажал три полоски. Три полосочки. Вот, выбор персонажа. А, выбор персонажа. Как у меня ты не сможешь взять, надо другого. А, я вижу. Там есть старуха, блондинка. Короче, я беру Хоффмана какого-то. Все, берем. Че там? Все, сейчас я. Нажмите их, чтобы изменить карты. А, ты там уже стоишь что-то. Рекрут, ветеран, кошмар. Давай. Рекомендую первый с рекрута начинать, типа, изучить все, немножко понять, что как. Ну давай, на легком сначала лупанем, попробуем, что вообще да как. Так, сейчас нет. Пацаны, будем играть на Xbox, там Forza Horizon стынет, Киберпанк ожидает, как бы все. Все, четенько. Крутизна пошла, так. Здравствуйте. О май гад.
Ни один из них не мы, да? Да, да. Не, подожди, подожди. Крис? Да, это мать Сэс. Давно не виделись. Я уже думал, что вы не придете. Тебе нужны припасы, уладь что-то. Я больше не хочу играть в войнушку и тебе не советую. Слушай, Крис, неужели ему до сих пор удается пудрить тебе мозги, даже после того, как не понял, что не успел зачитать? У меня просто их разговоры, я читаю, блин, некомфортно. Ты знаешь, это... пробежал за окно. Я все понял, это хорошо читается. Нет, не понимаешь, мы стараемся выжить, восстановить разрушенное. Выжить мало, мы должны драться. Эта игра вообще не про сюжет. Типа, тут, мне кажется, мы никому ничего не должны, я хорошо понял тебя. Слышно. О, бля, давайте. Сейчас, бля. Твою мать, это что такое? Эрту. Зомбачок. Так, я сейчас понял, что мне надо тебя сделать громче все-таки. Давай я сделаю себя громче. Не-не-не-не, а. Ну если это... А, подожди, не-не, все, я быстро. Окей. Нашел где. Тяжело дышит. Я тебе скажу, заставки смотрятся хуже, чем когда мы были в игре. Ну... Вот вы... Зернистости... Я имею в виду по графону. По... Не знаю, мне кажется, нормально выглядит. Что это такое? Я, короче, успел потренироваться тут и поиграть даже за этот монстр. Угу. Вот этот здоровяк, их три типа, и один из них плюет и взрывается. Нормально, сейчас будем. Господи, не успел. Отвлекся. Не, ну выглядит красивенько, так все, хочу сказать. Ну, кровь, кишки, все два. Не, имею в виду качество графона. У меня на слимке все хуже выглядело. А я уже не помню, если честно. Я говорю, я на пару дней так привык, что как будто так и должно быть. Ну, типа, я не пофиг на графон вообще, но тут по, это, типа, не, мыло, не мыло. Глаза приятнее. А это 60? Не знаю, я эту игру не видел потом, на других концертах, просто мне не настроение. А вот где видел, там заметно по-другому. Я не знаю, сколько тут, ну, может и 60, оно вроде плавно так. Ну, сейчас узнаем, когда будем стреляться. Наконец. Так, что я у нас так? Акт 1. Все четко, мгновенная смерть. Смотри, или просто выведение строя? Сколько точек. А, следите за дополнительными жизнями. Ага. Эванжелла. Собрать своего персонажа. А, ну то есть в любом случае надо собирать. Окей. Колода. Я брал что вот этого вот. Хоффмана. Я не понимаю. Установить. Окей. Я что-то нажал. Выбрать. Что там дальше? Окей, я нажал вроде. Что там? Карты установить. Помех. Дает какие-то карточки. Так, нифига не понятно. Карты. Выбирай карты. Так, что-то там думает. Плюс 20% скорости перезарядки, я думаю, это хорошо. Так. Ха-ха, ты тоже карта. Так. Тебе вообще что-то показывали, нет? Стартовые карты, второй шанс, защита. О, хорошая карта, кстати. Я выбрал 20% перезарядки. А, вот. Скорости перезарядки. Эффективность исцеления изменяет ваш обычный ударный боевой нож, который считается оружием ближнего боя. Плюс 10 выносливости. Слушай. Убийство при критическом уровне здоровья восстанавливает одну единицу здоровья. У меня в револьвере 473 запасных патрона. Это, блядь, что за мясо сейчас будет? Так. Давай, я выносливость поставлю.
Нет, тут 60. Тут. Так, нет, надо сразу. Два бота появилось. Так, мне нужно сразу же поставить сенсу повыше в сенса геймпад. В горизонтали. Раз. Можно выбрать оружие. Еще выше. А, я ничего не выбрал. Так, что там? Тут можно купить броню, я так понимаю, гранаты. Я возьму гранату. А, слушай, и только одно оружие чем-то. Можно, да? А, одно ближнего боя, другое дальнего. Типа автомат и пистолет, вот такая логика. Блин, я ППшку взял, получается. На Y нажми. А, я понял, это как обычно везде. Так, мне нужно еще сенсу выше. Блин, как можно играть на такой, как там стояло настройки? Ну, я пока поиграю, посмотрим, может оно тут как надо. Так, еще выше. Возьми гранату вот тут потом. Нет, не, это уже многовато по горизонтали было. Сейчас. Геймпад. Так, где гранату ты сказал? Прямо подо мной. Купить надо? Да. 150, коктейль Молотова, еще. Я взял гранату, можно что-то одно взять. Оно заменит иначе. Можно еще взять, типа, что это взял? Бинт. Не, подожди. Обезболивающий. Обезболивающий тоже взял теперь. РБ. На РБ бросать. РБ это справа, правильно? Кнопка. Они не подписаны. А, не подписаны. Подписаны, но так. Все, снизу вижу. Вижу. Видео. Чтоб ты понимал, они подписаны белым по белому. Да, я нашел. Так что, мы выходим. Возрождение. Выберитесь из Эванбурга. То есть мы выходим. Тут дверь заперта. И там уже есть. Я предлагаю ставить какой-то. Открыть. Я нажал. Ни хрена себе. Страшно, пока страшно. Нормально. Кого они стреляют? Я никого не вижу. Я тут двоих уже положил. Сверху здоровый, нахрен его, нахрен. У меня есть автомат. Так. Так, я положил, подожди. Все-таки надо сенсу чуть-чуть поменьше. О, есть ближний бой на правый стик. Ближний бой на правый стик. Понял, хорошо. Руками вот это вот все. Слушай, весело? Так, спадно. Автоматик, я заберу. Это АК, ну, вот вам два колпака. Так, что там? Я пока четко. Револьвером. Вдруг патроны пригодятся. Так, это тут какие-то монеты лежат, слушай. Валюта валяется, да. Мне тоже прилетает от тебя, походу. А, вот, 25-й подобрал только что, да? А что там? Смотри, отметка какая-то. Монеты. Ага, 50. Так, по вертикали многовато, я понял только что. Не, я, кстати, верчу, кручу быстро. Ну, типа, просто пальцами быстро работаю, и все нормально. Ай-яй-яй, Friendly Fire есть, походу. Или это он меня бьет. Надо проверить, кто это Friendly Fire. Так, такая сенса получше уже. Остановись на секунду. Стрельника по мне. Где ты? Вот он. Было? Блядь. Вот это было. Смотри, у него на руках какая-то штука светится. Я думаю, это слабое место. Так, лежит, он готов. Так. Там надо мост, а опустить мост. Надо прям держать. Опускаю, пока. Я кинул какую-то бочку туда и взорвал ее. Так, четко. О, ни хрена себе, обернись! Что там? Я тут с моста. Назад посмотри, какая там гора.
Там можно было пополнить боеприпас. Я взял что-то там, патроны какие-то. Угу. Так, все-таки вот надо... О, коктейль Молотова лежит. Это повыше. Че, валим? Да-да-да-да. Прикольная цацка, по крайней мере, пока висит. Лазерный прицел у тебя? У меня. Это помнишь игру, как она? Left 4 Dead. Left 4 Dead. А это прям даже называется, да? Left 4 Blood. А, Back 4 Blood. Ну, почти что Left 4 Dead. Там тоже четверка так была выиграна. Да. Четверочка там была. О, смотри, тут аптечка. Или типа того. Не знаю, сейчас посмотрю. Что-то не могу. Не, это патроны на мой револьвер. А нет, это апгрейд на мой револьвер. Да, выходи. Твою мать, он здесь, здесь, чувак. Видишь красное пятно на руке? Видел. Смотри, ты видишь? У меня револьвер апгрейднулся из того ящика. У него стал прицел. А, у меня нет прицела. Это, наверное, я его снял, бля, ты его поставил. А, в смысле, он был у тебя? Да, сейчас нету. Да ладно, мне он не нужен, как бы. Так, это ж моё. Где кто? Кого бьём? Так, давай пойдём вниз. Там слева, слева, зачистка. My old nemesis. Razor wire! Откройте ящик, открываю, что там будет. Короче, набрал всяких боеприпасов. Боты пошли в бой там уже без тебя. Без меня его увидишь как? Почему нельзя ботов отключить? Нахрен нам нужны. Было бы веселее вдвоем, я считаю. Так. Ну пускай. Could come in handy. Они забирают мои фраги. Is anyone still out there? We need help. They've got us trapped. We're here. Так, обезболивающее. Как там его юзать? Без понятия. Направо кнопку на крестовине. Нажал. Да, это оно. Вот. Мне это тоже не помешало бы обеими. Я забрал все, что мы... Ой, там какой-то парень как босс отмечен. Вот этот, которого нет больше? Которого больше нет, да. Так, идем. Ну, видимо, он был какой-то непростой босс. Твой босс, зомби. Патроны, Серег? Птицы могут привлечь внимание, спит. Пишет. И чё а это? Мы тут вроде не сильно прячемся, по-моему. Блин, я упал вниз, помогите! Блядь, время... Они лезут вот так все идут. Я нашел путь наверх. Они тоже нашли путь наверх, пишите. Блин, я опять упал. Нахрен он взорвался рядом со мной. Блин, так ты тоже упал? Да. Что-то пикает. Я бомбу кинул там. Опять этот парень с рукой. Нормально он дамажит. Бля, мне кто-то захватил, мне кто-то захватил, жрет меня. Я вижу. Не вижу кто. А, это на тебя что-то кинули просто. Она плюется такой херней, походу. Блин, у меня пол хп. У меня еще меньше. А, да, у тебя еще меньше. Don't need this. Ну, не зря нам давали столько много патронов. Да. Однозначно. Я бы не сказал, что их прям очень много, но патроны расходуются будь здоров. Да. Ты напугал птиц. Блядь, понял? Это из-за птиц. Да, специально, короче. Да. Чтобы не это. Чтобы не скучать, я понял. Да, пошли.
О! Там опять не взорвал. О, этот чувак взорвал. Со мной рядом куча народа просто. Короче, это не боссы, просто какие-то, как Last of Us, там типа прыгуны или типа того, такие, да, особенные зоны. Ой-о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 й-
Я не знаю, где обезболивающий находится. У меня вообще нет. И это самая легкая сложность, как я понимал. Видимо, мы на ней останемся. Да мы не сильно аккуратничали, я хочу сказать так. Птиц пугали там специально вот это вот все. Так, все, моя вина. Так, это что у нас? Электрошокер, что он дает? Он дает пугание птиц. А ты зачем напугал птиц? Сейчас. Я стрелял по зомби. Пишет, исцели ты себя у шкафчика. Какого шкафчика? Наш бьют. Ты наш спасен. Офигеть, вы откуда тут? Нет, я рад, что тут боты есть. Да. Так, где там было? Не знаю, я в коридор зашел, тут полегче отстреливается. Идем к нам. Подожди, сейчас. Бля, к сенсе еще не привык. Бля, отсюда чувак идет. Который? Здоровенной рукой. У него есть слабое место, надо в него попасть просто. А все, он сдох же? Да. Получается. Не, монет так. Завались. Вот аптечек не хватает конкретно. Мне точно не хватает аптечки, как бы. Пишет и писала. Взрывающийся. Бля. Хорошо, что я был далеко еще. У тебя тоже камера ушла от третьего лица, когда мы сейчас... Да, я отлетал. Типа. Меня бот подхилил, прикинь. Немножко. Да ладно, а меня? Я тебе говорю. Подошел такой, ну чуть-чуть дал мне. Меня абсолютно зачем-то пали. Нормально, мы его положили нахрен. Смотри, че. А, где? А где ты? Иду. Иди сюда. Смотри, что могу. О, прикольно. А забрать на уже нельзя? Не поднажимал? Я не знаю, наверное. У меня шокер есть. Подождать. Смотри. Я граффити нарисовал. Ты тоже? Обернись там такой же. Я только нашел тоже эту хрень. You're on your own out there. И можно бесконечно, походу, этим заниматься. Короче, погнали дальше. Так, что там у нас еще? Низкий уровень здоровья у нас, вот что. Пока что-то куда-то на туда идти. А нет, что-то отметка. Ты, походу, понажимал там чего-то. Да, это я, да, проверял, как работает. Нам показывало идти сюда. Но я тут... Доберитесь дверь. До безопасной комнаты. Заходи. Дверь надо закрыть. Все. Походу, это сохранение. А, это... А, во, все. Браво. Блин, в Left 4 Dead было один в один такая же. Да. Я помню, там доходишь до локации там какой-то, и все, ты молодец. Особо одержимых. Особых одержимых. Нихера себе ты положил, блядь, 67 ясти. Я обычных одержимых, а ты особо одержимых каких-то. Я, походу, просто зомбаков валил, а ты крупных. А, одержимых убито 57, мутантов убито 7, у меня показывает. А у меня 59,5, видишь. Попыток осталось один, это что значит? Наверное. Ноль звезд из трех. Но это возможно из-за уровня сложности, кстати.
Возможно. На легком же прошли, вот тебе и нет звезд. Так, ну что там у нас, огонь? Угу. Поздно начал читать опять. Карты помех. Многочисленные стаи ворон прилетели в этот район, чтобы полакомиться мертвецами. Испугав их, можно привлечь на себя внимание орды. По-моему, это лишнее, да? Так, что это вообще тут еще есть у нас? Это... Убийство при критическом уроне здоровья восстанавливает одну единицу здоровья. Вот это я выберу сейчас. Неплохо. Это неплохо, кстати. Учитывая, что было до этого, это прям важно. О, мы можем бесконечно лечиться сейчас. А, нет, не бесконечно. Мы же это покупаем, да? Да. А меня вылечили, кстати, хорошенько так. Меня боты вылечили. Я сам себя исцелю. Я взял большую аптечку за 300. Я тоже брал, у меня, блин, нихера нет тут денег. Смотри, тебе нужен прицел твой обратно? Да, не-не. Я выкинул пистолет. А там, смотри, слышишь, там за баррикадой чувак сидит, оказывается. Короче, атака в рукопашку, если нажимаешь на правый стик, то убьет кулаком. Это руками, руками. А если возьмешь биту уже на Y, получается, и будешь нажимать на РТ, тогда только он будет ей махать. У меня пистолет автомат. Погнали? Погнали. Бля, ну еще пока не привык. Кто-то залез, нахрена все. У меня стика нету накладного на геймпаде на этом, потому что не подошел мой старый от плойки. Тут стики поменьше размером. Нормально там бот так валил их. О, вороны. Хочешь убить? Мне кажется, или вороны как-то большие, непропорционально там. Давай не будем их пугать, ну нахрен. О, оружие. Так, продолжаем это безобразие. Там что-то вылазит из земли здоровенное. О, что это за херня? Вали, 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 вали. Слабое место, груди. Ой, твою мать, я в хату забежал. Я пошел брать обратно свой автомат. До этого взял винтовку, походу поломили чайки. Нормально так, что вы деретесь, я их предупреждаю. Ах ты ж, нихрена себе. У него лопнуло, теперь по спине надо стрелять. Твою мать, дурачок какой. Он что-то делает, О, что-то бросает. Бля, он что-то бросил нас, нормально так снесло. Так, я свалил пока. Бля, короче, патрон нужен реально. Старайся ему стрелять за голову сзади. Я пытаюсь нас что-то невозможно. Это что такое? Все. Он сдох? Нет, еще полжизни у него было. Свалил и куда-то? Я не знаю. Еще один пришел. За здоровенной рукой. Может быть, по ходу уровня мы его еще встретим? Может быть. Так что ж, никого нету. Все, пошли. Тут червяки ползают. Фу. Гадство. Какие червяки? Вот. Вот здесь, вот. Там кого-то завалили мы, этого со здоровенной рукой, походу. Чувачка. Вот, и после него ползает там. Мы тут стреляем, взрываем, ничего страшного. Напугал птиц, орда. Захрень. Да. Опа.
Снова. Есть, готов. Все лучше, легче пошло, так хочу сказать. Ну, я аккуратничаю теперь более-менее, не как в прошлый раз. Я тоже. Я и начинаю привыкать уже к геймпаду немножко, но все равно мне нужен стик на правый повышен. Так закажи, по-любому есть. Да, закажу. Я просто думал, что подойдет от плойки старой. Ну, типа, оказалось, что он нихера не подошел вообще. Патроны. Там пушка какая-то другая. Есть говнюшка. Слушай, мне прикольно, нравится игру для этого. Так, для ну, по фану. Я думаю, со временем надоест. Не, ну понятное дело, ну по так побегать пока по сети в ухе. Оп. Рукашкой парень. Все, я попал в эту херню, его готов. Они такие все лежат, пока до них не дойдет. Твой, что там происходит вообще? Сзади, сзади пришли. Но у меня патроны закончились, патроны закончились. Рядом со мной еще взорвался здоровый. Да, да, и рядом со мной тоже. Так, я пока убегаю просто. Фу, у меня весь автомат не убегает. Ой, а тут еще один здоровый. Еще один взорвался. Так, монеточек нам нашел. Так, я еще пока побегаю. Там какие-то патроны подобрал. Иди сюда. Все, это они. Что, иду? Давай. Стой. А где ты? Как лечить, интересно. Так. А как лечить-то, блин? О, держи. О, братан, спасибо. Но у меня я тебе не могу. Только на ЛТ. Да нормально. Не могу себе. Мне ачивку даже дали за это. Ну, видишь как. Прикольно, что ачивки приходят на телефон еще, типа. А я отключил уведомление, мне не нравилось. Просто неожиданно. Но в целом, приложение PS App на телефоне, это лакучее дерьмо просто. Ну, это получше. На Xbox получше, да. И с сохранением клипов перетаскиваем на телефон поудобней. И не лагает. Так, то есть, да, давай. Я что скинул свою оружку здесь. У меня там был калашник с прицелом. Ого, я нашел пулемет. Сопли, тут это снайпер с винтовкой, чтобы ты понимал. Кстати, ты можешь набрать, наверное, прицел после нее. Думаешь? Не знаю. А как его снять? Без понятия. Не, я не знаю. Это не очень удобно на самом деле, но я нашел пулемет со снайперским прицелом. Ладно, я пойду просто без прицелов так. А то у меня там было мало патрона. Монетки. Черт, я на пистолетке. Так, случайно там задел что-то. Прикольная мордаха такая. Смотрим, как будто хочешь встать. О, слушай, не стреляй так. Мордашка. Ты тоже заметил этот проход, да? Да. Что? Что происходит? Reloading.
Готово. Так, я валю назад нахрен. У меня поворот. Там рядом с тобой. Потолку нарвался. Ой, догоняет. Так. Это что там за пулемет лежит? Какая-то пушка СКАР. Давай возьмем, попробуем с ней. Твою мать. Этот рукастый, блядь. Все убежали, я один стою, просто оружие беру, блядь, он тут. Так, впереди еще что-то есть. Монетки. Так, окей, идем. Какая-то тварь ломает дверь. Я ей помогу. Так, так, что там? Поехали. Так. Да все, никого нету, спокойно. Там были здоровики. Так, открывай ящики какие-то тут. Твою мать. Блин, ты слышишь эти звуки, блин? Да. Эпическая оптика. Тут оптика есть эпическая, слышишь? Я метку поставил. Так у меня, походу, так, такая стоит на пулемете. Снайперский прицел на пулемете. Так, бежит к нам там здоровый, слышишь? Все, больше нет его. Да, у меня прям такая же стоит. Так. Что такое? Так, что там сверху, сверху валит? Два рукастых. Это долго я перетарят. Я сейчас умру. Я вон это входу. Мне надо помощь. Это босс появился. Сейчас я тоже сдохну, твою мать. Я попробую тебя поднять сейчас. Меня должны поднять, да. Сколько времени? Он идет. Да хрена еще. Сейчас мы в другую сторону отойдем, чтобы он ушел. Все, я бегу к тебе. А ты сам встал? Я думал, бот. Я думал, это бот. А теперь мне нужно. Я так понимаю, да. Теперь я готов. Я не могу от него убежать, он меня тоже уронил. Он занимает очень... Бля, здоровяк просто. Ай, китай. Такое замкнутое пространство тут еще. Угу. Нам просто нужно стать в разные стороны этого коридора, я так думаю. Меня пытаются... Этой комнаты. Боты, а он не дает это, короче. Один бот жив остался. Ты стреляй, стреляй. Ты же можешь стрелять, да? Не-не, чё-то я могу только махать. У меня есть пистолет. Вот, а у меня пистолет, я понимаю, что я прям там. Мы все дохлые, я так понимаю, да? Да. Я нажимаю сдаться, а ты лежи, пожалуйста. Может, я возражусь как-нибудь. Все сдохли. Чуть-чуть оставалось там, блин, я столько стрелял. Попыток осталось ноль. А, ну так все, это, видимо, конец. Блин. Неждан, конечно, неждан. Ну, босс. Первый же босс нас. Наказал. А, этот уровень сначала, да? Фиг его знает. Короче, это мне не помогло. Боеприпасы или здоровье? Здоровье. Здоровье. Так. Mm.
Даже не весь уровень сейчас получается, или что? Боеприпасы. Так, а это что, 25% эффективности исцеления, когда вы используете медикаменты на союзнике. Он дополнительно получает 10 единиц временного здоровья. Да, мы вообще друг друга не лечим, забей. Ну. Скорость перезарядки. Заменит ваш обычный удар. Нас. Этим я тоже не пользуюсь. К выносливости. Блять, ну какой-то такой все. Не, так. Если бы нас было четверо игроков прям, то может оно было бы и полезно. Так. Оно запомнило, да? Покупай. Я думаю, аптечки есть ли смысл вообще, блин, покупать? Есть. Обезболивающий или прям аптечка? Я взял обезболивающую сейчас. Пистолет, наверное, куплю, я не знаю. А, то есть пистолет вместо биты. Так, да, лучше, конечно, пистолет. Нахрен та бита. Так я все время так и бегал, и лежал, стрелял из пистолета, а ты не мог. Да, да, вот, все. Кстати, мы его завалили бы. Все, поехали. Еще попыточка. Давай, сейчас надо первый раз поменьше жизни потратить на него. Нормально. Осторожно, птицы могут пролечь внимание. Все, а теперь будем еще более внимательны. Подожди, сейчас босс вылезет как-то. Гарантированно. Так, идем пока тихонечко все. Бля, ну их там до хрена, так хочу сказать. Где босс-то? А вот и он, да? Давай, я бросил в него коктейль молота, он поджег, он подгорит, видишь? А, кстати, у меня эти гранаты. Ну нормально, смотри, уже пол хп. Валю, я сваливаю нахрен. Идем ко мне, я в прошлый раз отсиделся, кстати. Идем. Ой, кидаешь. Я отлетел, что-то хрена так. Боты тоже сюда пришли. В прошлый раз вы его отлетели, я стрелял. Я, короче, стану с другой стороны. Когда попадаешь в уязвимое место, прицел желтым моргает. Да, я заметил. Ай! Спина уязвимая 100%. Я вас с другой стороны от него. Ну и от себя. Вот, от. Зато он здоровый, можно без прицела его убить. Все, я сейчас еще не подумал. Он бросил штуку, блядь. Да, без... он идет в меня прям. Твою мать. Ой, тут здоровяк взрывающийся. Он взорвался этот раз. Сваливай, там еще падла. Обычный зомби теперь приходит. А этот рукастый лезет. Слышишь, рукастый идет ко мне. К вам, побежал, к вам. Так. Блин, у нас один бот хорошо пострадал так. Да, давай бери эту херовину. Мне тут больше бочек. Пусть подойдет. Он сам сорвался или ты пострелял? Нет, я стрелял. Я целил эту бочку все это время. Красава. Нахрен надо. Я не понимаю, ты их автоприцел или нет? Чуть-чуть подцеливает как будто. Так есть автоприцел. Когда близко. L2 нажимать, как раз заново. Да. L2. Но он очень слабый. Да. По сравнению с ПТА вообще его нет. Мне надо геймпаду привыкнуть еще к этому. Типа. А, так вот слушай, он достаточно близко сохранилось тут все. Да. Ну как, сейчас тут еще воня тут будет. Я бы на том месте не лезу туда. Сейчас придет здоровяк слева.
Вот, идет, идет, сзади, сзади, сзади. Ой, я бинт нашел. Вы что, убежали-то, блядь? Я нашел хилочки, немножко я подхилился. А вон там вообще есть сундук какой-то. А, так, что это вол есть? Нашел. SMG here. А, все, его кто-то открывал другой. Блин. Так, все, прекрасно. Неграфон реально лучше такой. 2К, наверное, тут я не знаю. А че за звук? Не знаю, кто-то активировал сигнализацию. Я открыл дверь. Так, я закрыл дверь. Ой. И не знаю, хорошо ли я сделал или плохо. Ой-ой-ой, что-то как-то это неожиданно. Не-не, в прошлый раз тоже тут была засада такая. Я понаходил аптечки в этот раз, слушай. Подхилился обратно. Я еще свою не подвел. Они дверь выбили, слышишь? Я дверь закрывал от них, они выбили ее нахрен. Ну, отлично. Так. Ой, что там? Бля, ой, вижу. Ты кто такая? На стене сидишь. Все, сдох. Да-да-да. Сейчас сундук. Так, бля, у меня патрона мало. Смотри, что ты, длинный ствол. Да, возьму. Твою мать! Скоростной магазин. Изучим. В меня плюнуло что-то. Я не знаю откуда. Это был. Вот этот, который по стенам лазил, вот такая же тварь клюется. Падла. Что там, куда нам? Куда вы беретесь-то, блядь? О, легендарный ствол поставил. Could come in handy. Осторожно, запертые двери могут иметь сигнализацию. Мне сейчас предупредили. Вовремя пить. Неожиданно, да. Электрошокер. Аптечку нашел. А ее можно отключить? Во-во-во, сработало. Это без вариантов. Можешь открыть дверь, будет. Я нашел пулемет. Вот я его в прошлый раз выходил. Отличным прицелом, да? Ай! Он, кстати, крутой этот пулемет. Кударак покрыт кишками. Что, еще раз? Кударак под... покрыт кишками. Да, ну их много так. Но на ближнем бой... бой вообще отлично. Просто. Спать, ну ах. Тут аптечка, слышишь? У меня есть аптечка своя, лага тоже. Если там запасная прям какая-то. Не, ну вот уже, возможно, понадобится. Чтобы... Может, электрошокер, чтобы поднимать с пола потом. Так, браза. Да я возьму нахрен пулемет этот. Это что такое? Так, все, я нормально, вот как раз получше подхилился снова. Так, где? Так. Иду, 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 иду к вам. Вот эта зона с боссом сейчас будет, походу. Да, стопудово она. Так, у меня есть коктейль Молотова. У меня ни хрена нет, кроме электрошокера. У меня в прошлый раз так было. Бля, ну они вон, их много здесь. Давай, вообще. Давай валить их, пока они... Так, пока можем. Все. Так, все. Босс встает, босс встает. Я поэтому и сказал, все.
Старайся держаться подальше от меня, чтобы было больше шансов. Блин, рукастый еще там, смотри. Он ко мне идет. Я стреляю, бля, да. Сколько? Ой, рядом. Слушай, тут большое пространство вообще. Ну вы там беритесь, я тут буду драться. Тут походу можно выйти, слышишь, Радомир? Слышу, выходи. Вот, сюда. Бьет, походу, выходи нахрен оттуда, выходи, слышишь? Я не могу я. Это проще сказать, чем сделать. Ай, хотел на крыше остаться. По сути... Ай-яй-яй! Что, бежим от боя? Блять, их слишком много. У меня выносливость. И за мной погоня. И кидают все эти штуки. Так, я хилюсь, а то сдохну. Рукастого убил. Короче, видишь, нам не обязательно было его это... добивать. Но можно там, было свалить. Я через дырку его бью. Слышишь, тут дырка? Он ничего не может сделать. Руку тянет свою и ничего не достает до меня. Сейчас я возвращаюсь назад. Кидается, видишь, как ты. О! Почти сдох. Ой-ой. Все, крутизна. Че, где лут? Бля! Или это не он? Я не знаю. Точно. Ну что-то было, я потому что я был. Получил такую плюху нормальную. Я тоже. А, меня полетел. Бля, мне нравится, как игра выглядит. Хорошо. Я типа... По графону не фанатею, но суть в том, что типа все четко, я не вижу ни мыла, ни лесенок. Посмотри, над нашими жизнями есть какие-то плюсики. Я может думаю, быть, это надо было нажать и сдаться, и типа тогда он истратится. Да, я думаю, что да, надо было сдаться, но нужно для этого, чтобы все были живы, остальные, мне так кажется. Потому что я специально было сдался, а уже все были мертвые. Я думал, пока вы лежите, я типа переродюсь, так сказать, но не прокатило. Ой, тут куча патронов. Так, на было. Все виды оружия. Это что это за звук? Так, предлагаю сейчас до контрольной точки дойти, если мы дойдем, конечно. Так, есть бинты, слышишь? Да, я зашел. Я пошел в эту безопасную зону. Я тоже предлагаю. Юзать не будешь? Бинты там, ничего такое? А у меня нету. Давай, я тебя пою. А где ты? Я в безопасной зоне. Так, иду к тебе, иду. Это безопасная зона? Да, тут нет, даже двери нету. Как нахрен безопасная зона? Так, где ты? Вот она тут. Световая граната, иди сюда. Да, я тебя похилю. ЛТ надо, да, нажать? ЛТ. Хоть немножко. Тебе так. Пацаны, заходим, я хочу дверь закрыть. Да блин, стоит тупит. Пошел. А чё они закрываются? А, все, закрылось. Ты предлагаешь прекратить играть в эту игру? Успех, да, все. Вот. Вот это дела. Все, там было дикое приключение. Так, ну что, все. Все, ребят, девчонки, всем до новых встреч. Ирос Федораков Олимпийский был с вами. Федораков Гейм. Всех целую, всех обнимаю. Дясно поцелую. Обнимашки в плечи. Всем до новых встреч, до новых видосов на моем игровом канале. Федораков Гейм. Все. Xbox вперед. PlayStation сейчас пока у нас не будет. Будем играть на Xbox и балдеть. Вот, всем до новых видосов. Целую. Пока-пока.